Итак, всем привет, друзья! Продолжаем сегодня наше путешествие по миру постапокалипсиса в игре Мутанты. В прошлый раз мы остановились на том, что в очередной раз прошли несколько локаций, основной из которых была Дом Костей, где дофига загружался, замучился, но ничего, хотя, скажем так, сама по себе она сложной-то и не являлась. Вот. Ну, сегодня будем продолжать искать Хэммона, проходить сюжет, бродить по зоне. Вот. Так. Какой я уровень? 28. Знаете, вот хотел докачаться буквально до 30, и может быть чуть больше, и попробовать уже пойти в наглую исследовать гнилой лабиринт. Но сейчас, я думаю, все-таки будет немножечко рановато, поэтому давайте попробуем пройти какую-нибудь локацию. Ну, точнее, реально локацию, в которой мы еще не были и которую можно было бы пройти. Это вот Железный Змей. Думаю, в нее и пойдем. О, смотрите, здесь у нас травка, никакого снега, а самое главное — день, что для нас новеньким является. Но при этом мы все равно идем с фонариком, что довольно-таки странно. Ну да ладно, с фонариком днем, так с фонариком днем. Как всегда, начинаем с того, что собираем понемногу лом, и думаю, идем по краю зоны, по краю локации нашей, чтобы исследовать как можно больше и постараться ничего не упустить. Собака, уйди. Ну, собака. Так. I heard of these before. They used to move the ancients around the world. They got wheels. A lot of them. These things moved? Something's not right here. Ага. Понятно. Это он, видимо, про поезда. Блин, ни хреновый такой поезд, знаете ли, древний. Ага. У нас и в современности. Таких немного. Look at this feeding frenzy. We got ourselves a zone dog problem. Пёсик, пёсик. Yeah, doggy, doggy. Так, ладушки. Там приблизительно я понял, где край карты, а здесь у нас что? Ага. Да, пока я думаю, кстати, фонарь можно включить. Угу. Как-то ничего прям такого. Угу. Ну, редкий лом. Замечательно. Вот как прорисована локация. Мне, в принципе, вполне нравится. Мир так выглядит довольно-таки неплохо. Угу. Так. Чё, прям так ящик валяется? Ух ты, какой подарочек судьбы. Воу, выглядит неплохо. Мне нравится. Слушайте, такой хабр и валяется просто так. Это, конечно, ну, немного странно. Я думаю, стоит отдать его танку. Нашему. Ага, а вот уже и чужой танк. Ясно, хорошо. Давайте попробуем так разделить для начала, чтобы.
Действительно. А вот и песик зоны. Замечательно. Замечательно. Ладно, сейчас обследуем этот поезд, раз уж мы в него зашли, почему бы нет, да? Потом вернемся к нашим ребятам и пойдем уже потихоньку дальше. Мне нравится эта локация. Столько беспризорного лома валяется и всякой другой фигни. Замечательно. Эх, ну как же я вот каждый раз играю и все жалею, что здесь нету пробежки. Вот серьезно. Вот сколько времени я убиваю, вот чтобы просто вот так вот медленно пройтись. Так. Так как я не хочу это делать по 10 раз, если что-то вдруг пойдет не так, то лучше я сохранюсь. Угу. Интересно, здесь какого-нибудь артефакта нету. Пёс зоны. Да, в принципе, его можно и обойти, наверное. Чё мне раньше времени внимание привлекать, да? Угу, еще один пёс. А, мать псов зоны. Любопытно. Блин, ну это 30 хп. Ну, и она, ну, они охраняют, короче, переход куда-то дальше. Ладно, попробуем с ними разобраться тогда чуть позже. Сначала посмотрим, что тут охраняют эти петушары наши. Которые так орут, что у них оружие. Ага, вот еще куда-то проход, да? Итого два прохода. Один защищен, другой нет. И один будет, соответственно, сюда, другой, видимо, сюда. Какой я логичный, не правда ли? Не, подождите, что, серьезно, еще один ящик просто так лежит? Воу. Не, ну как бы прикольно, но так как я ни одного, ни другого особо пока что еще не встречал, то думаю... И напяливать его сразу не имеет никакого смысла. Ага. Тут чертов шаман, танк. Они тоже охраняют как минимум ящик. Вообще я неплохо... Блин, правда у меня хп... Я же аптечку кучу накупил. Ну, относительно кучу. Ну, достаточно, чтобы подлечиться. И не париться. Так. Ага, охотник очень-очень идет сюда так. Так, сохранится. Попробуем его бесшумно завалить. Но что-то мне подсказывает, что ни хренашеньки у меня не выйдет. Все-таки хп у него больно до хрена. Так, 50% крит. Как насчет подойти поближе? Ага, он увидит. Вот. Итак. 8, 9, 6, 9. Будем пытаться критануть. Вот так. Все равно не хватает, да, скорее всего? Я так смотрю. Даже если я... Ну, попробуем. Сейчас посмотрим. Да. Капец, как не хватит. Ох.
Ну тогда я не вижу смысла на самом деле особо это прятаться. А хотя нет, смотрите, подождите. Стоп. Давайте как-то. Что значит цель вне. Так. У меня, в принципе, появилась, да, вот идея, как его завалить. Наша любимая загрузка. Но его я все-таки, думаю, завалю, чтобы, ну, чтобы он не мешался. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Вот, отлично встали. Давай вперед. Итого. Так, 100%. А отсюда что, не 100? Сколько? А, 75. Тогда подойдем. И критуем тебе прямо в жбан. Вот так вот. Теперь тебе шмальнет Магнус. Жалко без крита. И вот теперь. Снося все на своем пути, Борвин. И тихо, но верно, мы тебя расстреливаем. Вообще, к сожалению, вот это вот бесшумное оружие слишком мало на данный момент наносит урона. Хочется найти. Блин, невозможно попасть. А если я сверху? Отлично. Хотя можно было бы. Ну ладно уже. Замечательно. Так, из боя выйдем, да? Из боя вышли. Хорошо. Come back here. Думаю, можно сохраниться на всякий случай. Так вот, хотелось бы найти оружие тоже бесшумное, но какое-то более мощное. Но пока что-то нифига. Надеюсь, в скором времени оно появится, или же придется от него уже просто-напросто отказываться, так как у людей слишком до хрена хп. Ну, не то что у людей, а вообще у всех чувачков в этой зоне. Сталкер Оскар. Так, на юге, короче, есть какое-то место, бла-бла-бла. Ну, на юге это вот здесь вот, по логике вещей. В принципе, какая разница, я все равно собираюсь, ну, исследовать по максимуму карту, да, то есть в игре пройти обязательные зоны, побочные, скажем так. Поэтому мне эти записочки что-то как-то пока особо не помогают, скажем так. Блин, смотрите, а я же могу на этот забраться, видимо, да? А ну-ка. Интересно, получится ли у нас в наглую забраться наверх поезда, протиснуться и начать мочить отсюда. Тут вот вроде как есть даже места, где спрятаться. Блин, а эти мои гении... А, нет, смотрите-ка, вы все-таки поднялись, это хорошо. Так, чуть-чуть разделимся. Да, я думаю, вот отсюда я как-то и начну атаку. Раз. Так, Бормин. Позиция сверху у нас всякого гни будет. Ну, тебя, пожалуй, мы... Нет, знаешь, тебя мы вот сюда. Тебя, терминатор. Вот сюда. Адакса. Опаньки.
Ну что ж, сохраняемся и вперед. Подождите. Блин. Я хотел просто первого завалить шамана по максимуму быстро, чтобы до него ход даже до этого придурка не дошел. Но отсюда я его нифига не вижу. А если я буду пытаться напасть с другой стороны, то, ну, как бы, короче, меня сверху не будет, да? Давайте сначала попробуем, что у меня тут получится. А потом уже станем думать. 8-9. Так, да нафиг, мне вот дальность нужна. Шмаляем. Мясник. Зоны. Шаман не на линии огня. Хорошо. Тогда сначала давайте мясника уберем. Чтобы он к нам не лез. Ну, понятное дело, что услышал. Я тут так фигакнул-то. Как же ему не услышать-то? Так. Так, мясника я убью, но... Так как я могу поджечь неплохо, фигачим по танку. Да, замечательно. Пускай он горит потихонечку. И теперь Бормин. Ага, не на линии огня. Так, а если я вот так сделаю? В любом случае. Я понял. Тогда без вопросов. Ух, вот это кританул. Отлично. Так, бла-бла-бла, ускорим немножечко. Прибежала куча чешил. О, лошара. Промазал. Блин, ни хрена себе, песики прыгают, аж на здание забрался. Ну, то бишь на поезд. Вот это может причинить некоторые мне неудобства. Так как на такой подход я явно не рассчитывал. Блин, по танку невозможно попасть. Короче, убираем мясника, чтобы он не лез. Перезаряжаемся. Пес зоны. Хотя, знаете что, я могу... Да, шанс отбросить. Давайте попробуем, вдруг его немножко назад. Ну да, не очень, ну ладно. Не откинуло его, как я надеялся. Блин, танк опять невозможно попасть. Что такое? Козел, ты что, охренел? Что значит невозможно? Сейчас будет очень даже возможно. Разрушил тебе немножко укрытие. Так. Только не говори, что ты сейчас запрыгнешь. Ха! Лошара. Так, ну мародеры, понятно, сейчас будут долго чапать тут. А вот пес зоны. Что он делает? Ну. Так, понятно. Пока все идет не так плохо. Но нам надо немножечко отступиться для начала. Блин, как неудачно-то. А вот сюда я... Нет, сюда я не пройду. Или стоп. Да, сюда я явно не пройду. Так. Начнем с тебя. Пес зоны, ты мне, гад, мешаешь, пипец, да?
Хорошо. Так, ладно, подождите. А если я выберу Дакса? Естественно, сменить оружие. Так, валим танк. Он здесь больше не нужен. Теперь пилот зоны 75%. Вот, отлично, подойдем чуть-чуть. 100%. Стоп, а. Ну да, шамана мне в любом случае не завалить. Зона, иди к черту. Ага, отлично. Ну как отлично? Насколько это возможно? Сдохни, тварь. Ауч. Больно. Так, приближается мясник. Ага, плюс еще один призон. Ё-моё. Интересно, сколько раз он так сможет призывать? Так. Ладно. Бормин. Перезаряжайся. Кого? Шаман, мясник. Там и там 50%, да? Чуть-чуть отступим Даксом, дабы было укрытие. Ой, и там, и там. Понятно, тогда перезаряжаем. Я перезарядил арбалет или... Ладно, уже не столь важно. Мясник, шаман. А, ни того, ни другого мне не завалить. Шмаляем по мяснику. А, нет, подождите, у меня еще вот есть. Так, все, шаман больше мне не мешает. Остались... Этот вообще под наблюдением. Мясник, интересно, добежит. Ха-ха, лошарик, чуть-чуть ты не добежал. Нормально, нормально, сейчас завалим. Блин, песики как зайцы, просто попрыгун хреново. Что такое? Не, я, конечно, понимаю, они мутанты, все дела, но какого лешего? Блин. Если эта тварь вдруг сейчас еще призовет кого-то, я охренею. Ну, я про... Песиков много. Придут, будут больно кусаться. Что ж. Мясник. Даксом валим. Так, для начала перезаряжу этот. В принципе, им и завалю мясника. Все. Те еще не подошли, нормально. А теперь вопрос на засыпку. Как далеко ты сможешь? Да, недалеко. Если мы немножечко подойти, мы не пройдем, потому что здесь... Угу. А стрелять слишком далеко. Наблюдение. Мародер еще подходит медленно, а вот сезону уже бегут вовсю. Я даже по ним промазал благополучно, да? И мать псов зоны подходит все ближе. Ё-моё. Охренеть. Чё творится?
честно говоря, даже не знаю, что такого сделать-то с ними. Сначала валим мать. Придется немножко пожертвовать Даксом, судя по всему. Во всяком случае, на начальном этапе. Сколько отнимает огонь урон, ну, наносит поджог? Блин, одну? Серьезно? Черт, как-то не очень перспективненько выглядит. Ты куда? Ладно. Так вот оно что. Они, псы, оказались в такой же ловушке, ну, как бы ловушке, как и я. То есть я не мог пройти к ним, из-за Дакса они не могут ко мне пройти. Ну, все понятно. Это хорошо. Так. Перезарядиться. Теперь. Мародер, пес зоны. Да, валим сначала тебя, чтобы ты точно никуда не дернулась больше. Теперь. Бормин. Похилить, не похилить. Блин, я не помню, сколько у меня их вообще. А, три. Да, три штучки у меня. Черт, ну... Ну давайте, ладно, один разочек. Подхиль... Я ж не перезарядился. Лучше бы выстрелил, честное слово. Так, ладно. Чтобы нанести хоть какой-то урон... Мародеры подходят, гады. Давай вот по этому. Псы зоны окружают. Мародеры подходят. Ну что такое? Не, подождите. А псы зоны разве не должны мародеров атаковать? Так же, как меня. По логике вещей. А то, может, они сейчас еще и не на меня полезут, а на мародеров. Так, ну пока мне типа везет. Если не считать того, что Магнусу конкретно прилетело. 9-12. Или же шмальнуть по всем, но на немного. Нет, знаете что? Бьем наверняка, что называется. Блин, огонь 2. Но надо добить. Так. Дакс. По-новому псу зону давай.
had to hurt. А вот Бормин из пистолета, но надо добить, короче, вот эту псозону, чтобы он больше не рыпался. Мародеры какой-то фигней страдают. Он, это мне на руку, конечно. Черт, ща Магнус лежит. Вот и слег. Ладно. Отлично. Пес зоны согрелся на мародера. Это хорошо. Магнус, тебе придется немного полежать. Потому что мне сейчас надо быстренько валить пса зону. Псазон. Псазон. Отлично. Ну, они там пускай внизу немножко повоюют между собой. Ой, молодцы, ребятки. Все правильно делаете. Все как надо. Ага, понял. Ваш шарик не с тем связался. Так. Вообще хорошо бы закончить бой буквально за 4 хода, дабы... не тратить аптечку на Магнуса. Но неохота. Так. Получи, тварь. Мародер опять страдает фигней. За что убегаешь-то, сукун, блин? Так. Блин. Короче. Сдохни. Перезарядиться. Получил. В принципе, на самом деле, даже не скажу, что бой был сложный. Может быть, конечно, это на таком уровне сложности, ну, все настолько просто, как бы. Но, честно скажу, даже неохота гемориться и пытаться. Да давай к тебе. Пока, ну, на более сложных уровнях. Stay down. You did good. Если интересно, почему, то хрен его знает почему. Что значит невозможно попасть? Ну чё вы мне... Господи, так, подождите. Ты тоже не можешь? Ага. Сейчас, блин, У тебя вообще гранат. Ой, какие все сложные, а? Блин, а... Двадцать пять процентов. Как-то грустно. Блин, он еще типа это наблюдает, да? Ты козел. Блин. Не получилось. Подождите, нигде не... Нигде нету боеприпасов.
25%. Если я взлечу повыше, мне это придаст чего-нибудь там? Опа. Нифига. Идиотизм. Ну, понятное дело, что Магнус погибает, блин. Из-за того, что такой фигней пришлось страдать. Вставай, Терминатор, I'll be back, блин. Ну, в принципе, все, что нам осталось, это собрать весь хабар, и можно двигаться дальше. Так, да, с фонариком, днем с фонариком обязательно. Мы слепые, мы ни хрена не видим, нам нужен фонарик. Банкомат. Отлично, хотя бы плюс одна аптечка. Уже что-то. Так. Добыча тут. Где еще были уродцы эти? Где тут еще что может валяться? А, про ящики я не забыл. Сейчас открою просто. Хочется сначала подобрать всякую мелочевку, а потом уже... Так сказать, десерт. Если он, конечно, окажется нормальным. Так, ну, вроде как все. Ладно, будем считать, что все. Давайте сейчас попробуем. Подобрать. Что у нас тут? Факел химический очередной, которым я что-то даже не пользуюсь. Ну, удивите меня. Да. Не, как бы Рэмбина круто все, да, но... Хочется еще раз сказать про разнообразие. Ощущение, что здесь какие-то 10 пух на всю игру. Будем надеяться, что я капитально ошибаюсь и просто совсем мало прошел. И несмотря на все это, игра мне нравится. Вот это ходишь, бродишь, лут ищешь, перки распределяешь. Стелс, не стелс, купил, продал. Хотя облом продать нельзя. Это я уже немножечко. Ага, вот это значит к машине все-таки. Так. Их легко перепрограммировать. Так. Свалки. Ну, давайте попробуем. Какой я... О, я уже 31 уровень. Ребят, знаете что? Это все круто. Но. Может быть, попробовать. Да, я думаю, надо попробовать до гнилого лабиринта добраться. Так как здесь, судя по всему, скажем так, конечные точки зоны. А здесь, я думаю, явно нет. То забежим в ковчег, немножечко подкачаемся там и валим в гнилой лабиринт. As your search for Hammond leads you deeper into the zone. Кое-что скрывало от вас.
strange things. I have withheld certain facts from you. Я же говорю, этот упырь знает намного больше, чем рассказывает. Your innocence gives you hope, and the Ark needs hope. But you ask questions. So I will give answers. Интересно, о чем он сейчас? When the world fell apart, a few of humanity's best and brightest constructed hidden bases where they could survive. These bases were called enclaves. One was deep beneath the ground, another at the bottom of the sea, a third orbiting the planet. The best and brightest. Господи, как же ты медленно говоришь? Мне все очень интересно, но ты можешь чуть-чуть побыстрее. Then hostile. They created machines that did everything for them. Metal monstrosities that granted. Да, я понимаю, он старичок, ему тяжело, но чуть-чуть побыстрее. The ancients' best and brightest all died, but their machines remain. Farewell. Замечательно, это все, что ты мне хотел сказать. Ой, ёшки-матрёшки. Так, магазин. Нам сказали, тут что-то новое появилось. Скажи, пожалуйста, что-нибудь новое? Это что-нибудь толковое или как обычно? Видимо, это вот про красный глаз. Не скажу, что я в восторге. Щенячье. Тебе тоже все хорошего. Так. Ну, артефактов у меня, по-моему, нифига нового, да, нету, поэтому обломс. Я тебя понимаю, чувак. Так. Увидимся сейчас. У тебя оружие меня, в принципе, устраивает, как тебя тоже, да и у тебя тоже. Вопрос. Вторую Рэмбина второго оставить? Или же хрен бы с ним и разобрать его? Просто если выбирать Сельму, это надо снимать оружие с Магнуса туда-сюда. А так бы, ну, у меня было бы у нее и все. И не париться особо. Потому что иногда-то она, ну, девка-то нормальная, в принципе. У нее, кстати, даже поинтереснее в некотором роде перки, чем у нашего Рэмбина. Тьфу, Рэмбина, у Магнуса. Давайте, наверное, я... Хотя... Да нет, нафиг. Будем как дебилы передавать по 10 раз оружие. Это муторно, тупо, но зато... Зато, блин, не ту нажал. Зато сейчас я смогу немножечко. Немножечко прокачаться. Хотя, блин, здесь же 60 нужно. Это и так на максимум, здесь тоже 60. Да. Да. Ладно. А, я хотел посмотреть, я там, да я по-моему, блин, даже модификаторов никаких новых не собрал, крутых, да? Там прицелов, да, ничего нету. Ну и хрен с ним, значит, идем в ковчег, в гнилой лабиринт, прям так. Мне эта зона, ну, локация это не понравилась, честно говоря, когда я там ходил по этим каким-то грёбаным этим подземельям, некрасиво как-то. Ну да ладно. Страшно.
Прям обосраться можно. Вообще тема бункеров мне нравится. Не помню, говорил или... Вот эта вся таинственность, древние. Прикольная тема. Всегда работает. Итак. Да, там вот глушняк. Все, идем сюда. Вырубаем нафиг фонарик. Здесь, насколько я помню, по стелсу у меня ни хрена не получится. Потому что они сразу, блин, он стоят кучами. Ой, шакалы. Нападают тоже кучкой. О, медбот шастает. Да мне даже медбота не завалить. Короче. Я не знаю, что сейчас будет. Надо вообще посмотреть, сколько, как они будут уходить. В общем, провести разведку боем. С другой стороны, а почему бы мне не завалить этого медбота потихой? Так. Блин, там еще и шаман. Ё-моё. Попробуем сейчас. Скажи, пожалуйста. Блин, я вообще что ли все... Единственное, что я ступил. Надо поставить гранаты. Не, я про них совсем забыл. Сейчас поставим гранаты, попробуем оглушить его этой эми-гранатой, вывести его из строя и расстрелять из бесшумного оружия. Тогда, возможно, ну, хотя бы медбота получится вывести из строя, чтобы он нам просто не мешался. Не... Я сказал, не мешался, блин. Вот, пока я с вами болтал, я провафлил момент. Давай, давай, родной, вперед. Вперед. Ну-ну-ну, так, стоп. Угу. Хорошо. Итого. Давай вот так. Вот, у тебя вообще гранат нифига нет. Вот, давай, пожалуйста, Эмми. Сюда тоже. А сюда горючую. Ага. Я еще и отряд забыл. Ну, не то, что забыл. Ну, пускай будет домовуха, ладно. И подлечим тебя. Стоп. Хотя, блин, сейчас сохранюсь, не завалю его. Не-не-не, ребят. Давайте так. Крит стопроцентный, поэтому, пожалуйста. Как говорится, подходим, не стесняемся, валим. Надо было все-таки улучшить немножко пистолет. Сколько? Угу, давай, жги. Mm-hmm.
Только не говорите, что мне не хватит мощи. Не, ну должен же, он же не на этом ходу сейчас очухается, или на этом? Нет, не на этом, все нормально. Все, двигаемся. Вот, неплохо, неплохо. Все, сохраняемся. Хотя бы медбота я убрал. Он, по крайней мере, не будет мне тут на каждом шагу всех хилить. Так, электроника. Записочка. Вот и теперь у меня такой прям вот вопросик. О, еще отлично. Шаман-то стоит там. А вот этот вот мародер. Давайте пробовать. Завалите его. Шикарно. Замечательно. Если сейчас еще не кинуть. Великолепно. Все-таки стелс-пухи еще делают свое дело. Потихоньку, но мы валим этих нехороших людей. Тихонечко так, поджигатель, шаман. Вот вопрос. Охотник. Кто у них еще здесь есть? Так, пойдемте обойдем. Попробуем. В первую очередь валим, если что, шамана. Я, конечно, поджигателя не люблю, но у меня у двоих там вообще защита от огня стоит. Насколько я помню. А шаман, он опять как призовет своих, и пиши пропало. Так. О, мясник топает. Сейчас его снимем, чтобы он потом тоже вмешался. Так, а можно поближе подойти, чтобы... Да, давай. То мало ли. Промазать вообще не охотно. Шикар. Критический урон. Слушайте, вот сегодня игра прямо идет. Вот крит за критом. Вот вышибаешь и вышибаешь. Просто даже напрягаться не надо. Опять такое ощущение, как будто на легкий режим какой-то перешлось. Просто везет. Вот. Как два пальца. Просто. Еще и уровень. Ладно, уровень потом, на самом деле, прокачаю, хрен бы с ним. Итак, вроде раскладываем на раз-два всех. Так что чё уж тут. Нафига здесь даже автомобиль. Автомобиль! Супер-прыз, блин. Так, охотник у них один наверху. Ну, можно попробовать, но я не снимаю, я не сниму. Хотя... Так, сейчас сохранимся, попробуем этого охотника убрать так, чтобы нас вообще, короче, не запалили. Не знаю, получится или нет, все будет зависеть от того. Все будет зависеть... Блин, я что, не взлетел, что ли, по-нормальному? Ладно, хрен с тобой. И так кританул. Нормуль. Так, я могу поближе подойти?
О, давай, нормально. Чтоб тебя не заметили. Ни хрена себе. Ладно, всяко бывает. Не может же мне бесконечный... Ой, ёпти. Не, подождите. Да ну... Серьезно? Вот-вот... Ну, задумку, я думаю, вы мою уже поняли. Я попробую ее все-таки осуществить, сейчас только загружусь. Она достаточно простая. Немножечко разделимся. Так, тихо, уберись. Мне надо... Да уберись ты. Бормина немножко, короче, поближе подвести, чтобы... О, ты еще и отошел. Лошара. Это ты зря сделал. Теперь вот засада вперед. Так. Как насчет приподняться повыше? Оп. Повысим свои шансы крита. Хотя он и так, в принципе, у меня выпадал. Ё-моё, как ты тут далеко-то отлетаешь? Вот. Наверное, зря я это делаю-то. Ну да ладно. Так, сменить. 50% поближе можно. Сколько? Во, 75 пойдет. Давай. Фигач. Все равно мимо. Прям как запрограммировано. Ну да ладно. Это меня мало интересует. А вот... Блин, только не говорите, что он вниз упадет. Так, все, ладно, я понял. Затея немножечко... Хотя какого хрена глупая? Не глупая, надо просто... Надо просто сначала его оглушить Бормину, чтобы он не упал у нас туда вниз. А потом расстрелять просто к чертовой матери. Вот и все. Итак. Толстопуз. Засаду. И прям вот. Давай. Вперед. На тебя, тварь. Блин, все равно услышал. Сейчас проверим. Потому что если как бы не услышал, то мне в любом случае хватит. Да, услышал. Все, я вас понял. Ладно, тогда больше не скрываемся, но сначала идем и завалим шамана, а потом всех остальных положим. Конечно, хорошо бы находиться на возвышенности, но шамана завалить мне важнее. Поэтому пойдем обойдем. Пойдем обойдем, отойдем, поговорим. Так. Эй, братиш, иди сюда. Ой, как же долго вот это вот ходить, 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 красться. Не, я, конечно, понимаю, типа все стелс, да, стелс, хуелс, все дела. Но можно чуть-чуть вот добавить ускорение небольшого. Так, здесь проблема в том, что прятаться-то особо негде. Да хотя какого черта негде? Конечно, есть где. Вперед. Надо было только сохраниться. Сейчас. Оп. А, ну, я мог бы сохраниться прямо в бою, потом просто, если что, нажать кнопку выйти из боя. Не то. А хотя, что не то? Подождите... Да ты бы... Блин, доигрался. А если кто-то не понял, что произошло, пока я думал, как лучше, хуже сделать, открыть снаряжение, он меня заметил и, в общем, мой стелс провалился. Ну, то бишь, не стелс, а фактор внезапности некий. Я хотел посмотреть просто мутации, может быть, что-нибудь...
не особо. 7 очков. Да тут уж надо до конца качать. 8. Да и тут тоже. Конечно, можно было бы здоровье, но, блин. Хочу уже качнуться. Так, ладно. Давайте пробовать. Засада. Прячется высокое укрытие. Это хорошо. Смысла нам нету. А вот критануть по шаману мне бы надо. Хотя тут разница 8-9 в крите не такая большая, да? Давайте просто шмалять. Тем более все равно выпал он. Родненький. Так. Магнус. Вот здесь бы, конечно, бы... Ну, я надеюсь, мы кританим. Шикарное попадание. Вот просто вот как... Замечательно. А теперь мы встанем в кружочек, и поджигатель нас одной бомбочкой всех троих подожжет. Я, как всегда, гениален. Хотя его можно было бы вырубить, но тогда шаман призовет своих дружков чепушил. Угу. И даже гранатку мне им не бросить. Ладушки, ладушки. 75%. А можно на 100%? Вот, все, давай, добивай. Чтобы наверняка. Cleanly done. Smash the feather one. Get ya! Ну хоть и не так страшно. Хотя урон он нанес мне прилично. А вот поджигатель. Гандон. Итого, два охотника, поджигатель, один из них. Да, почему ты отбежишь? Я думал, ты не отходя от кассы это сделаешь, чувак. Твою ж налево. Нет уж. Знаешь что? Давай-ка вот так вот. Обходи. Будем тобой думать, как лучше поступить. И ты тоже отходи. У тебя какие гранаты есть? Дымовая. Так. Угу. Не уверен, что это правильно, лишь надо было сначала выстрелить Магнусом, потом прикрыться дымом. Я ступил. Теперь мне как-то интересно, я отсюда смогу. Ну давай хотя бы под тебе попытаться. Шикарно. Ладно, все не так уж плохо. Ё-моё, ты чё прям в тыл-то так нагло забежал? За один ход, интересно, завалю или нет? Я попробую. Для начала посмотрим, выпал крит или нет. Здесь не выпал. Ладно. Следующий мой ход. Перезарядиться. Ой, вообще мимо. Так, тогда делаем следующим образом. Тебя надо, чувак, вырубить. Нет,
пофигу, уже горим. Отлично. Тебе добьет чисто Бормин. Блин, Дакс, он сейчас опять сдохнет. Вот, ну. А у меня все, последняя аптечка. Короче, блин, Дакс, мне тебя жаль. Но... походу, ты не жилец. Что лучше сделать? Или поджечь? Или бросить химический факел, например. Думаю, так будет неплохо. Так. Нет, 25. Что такое маленький этот? Ага. Вот сейчас бы мне бы не помешал бы как раз таки туда, да? Так. Ладно. Короче, просто рискуем. Сжигатель или охотник? Давайте попробуем по поджигателю. Но все равно промазал. Угу. Ой, он еще и наверх, гад такой, полез. Так, придется перегруппироваться. Магнус сюда и перезаряжаемся. Бормин добивает рода. Дакс. Я думаю, тебе надо. Хотя... ну, о чем мы теряем, в принципе? Перезарядиться. Выстрелить 75, если я взлечу немножечко. Да, 100%, давай. Охотник, иди в жопу. Удивительно, ну ладно. Кстати, по Доксу, по-моему, даже не попало. Или попало, я что-то... да, вроде как. Шикарно, его даже не задело. Перезарядиться. Мочим гада. А Магнусу на все пофигу. Он же терминатор. Получил. Ну и в принципе все, осталось добить этого поджигателя, да и всех делов там. А, да я мог бы даже вот так сделать, да, что? Иди стреляй. Подойдем сюда. И на тебе прямо в морду. Ой, я тебя правда не добил, ну господи. Кого это волнует? Он все равно мне уже ничего не сделает. О, ты серьезно пытаешься от меня спрятаться? А ну иди сюда. Yeah. Я бы даже сказал fuck yeah. Итак, что мы имеем? Помимо того, что мы полудохлые. Ну, полудохлые и недохлые, правильно? А значит, все не так уж плохо. Так, лом. Не покидает такое легкое желание поставить все-таки сложность игры побольше, чтобы было посложнее, потруднее, подольше повозиться.
Хотя на самом деле изменится, ну, кардинально только одно. Станет в 2 или в 3 раза больше загрузок. Чтобы подумать, а как же тут получше сделать. Да ну... Какие нахрен доспехи гладиатора? Ребят, вы о чем? Я думал, что-нибудь толковое. Кстати, вот пирдоспехи мне, в принципе, больше нравятся, чем доспехи гладиатора. Хотя бы от огня защищают. Меня это очень сейчас спасло. Но вроде больше и нет ничего. Самое интересное, подожди, здесь есть чувак. Я же могу с ним поговорить? А, ну вот, да, обследовать. О, мой спаситель! Dirty little saviors. I wish I washed my hands so I could shake your hands and paws or whatever's growing out of your arms. I'm not racist, I'm Шикарно. Not. Please tell me your names. You need to take a breath and calm down. You're the only survivor of your community. Your brain must be a little fried. And what we're trying to ask you is, are you a freaking whack job or what? No whack job. I'm Emma, Emma the cook. I'm the one who cooks and cleans for the pretty, pretty people. They were pretty. For decades, we hid from the zone. We were safe until the ghouls found a way in. You first hear the screams, and then the lights went out. Грязный трус. And you can hear the scraping. Ой, и все-таки Дакс меня умиляет. I'm no warrior. I'm just a cook, you know? Emma, dirty little coward. We thought the last settlement was the Ark. We didn't know you existed. Well, you got to get out of the Ark more, mate. Get some exercise. We should get you out of here. Wait a minute. Did you say Ark? Oh, boy. You don't want to hear this. You really don't want to hear this. They kept saying they were gonna destroy the Ark with some weapon that they're bringing to their masters, some weird religious shit. They want to blow up the Ark and kill everyone inside. Ну, естественно, а кто же еще, кроме как мы? These ghouls have a lair to the north. The leader is called the Grey One. They're just multiplying up there, breeding like zone rats. Please, please do something about them before it's too late. Интересно, а повара тоже теперь можно в команду брать? Нет? А то, может, жратву бы мне готовил. Кстати, насчет жратвы. Я все... Не понимаю, как работает этот перк у... А, но он у меня просто-напросто не выбран, да? Угу. Я понял. Он у меня тупо не выбран. То есть я должен был выбрать этот перк. И в бою я мог бы пожрать трупы. Это круто. Но, к сожалению, я тогда лишаюсь вот этого замечательного. Кабанева гона. А, в связи с чем у меня возникает такой вопросец. А нету ли такого кабаньего гона еще у кого-нибудь? Ну, или же чего-то подобного, чтобы, короче, тоже сшибить. Нахрен. Понятно. Пока нету. Ладно, оставляем как есть. Ну, ребят, на этом, я думаю, скоро будем заканчивать на сегодня. Сейчас единственное, зайдем опять в ковчег по нашей старой привычке. Ну, может быть, что-то там прокачаем. Если на что-то хватит, хотя вряд ли. Потому что я вроде вот тут все уже обыскал, особо ничего не прибавилось. Вот. И на этом на сегодня все. В следующий раз, я думаю, обязательно пойдем в локацию к этому рогатому, к рогатой твари. Так. Ну, здесь вроде больше ничего нету. Хотя, знаете что? А сколько... А, ну тут, во-первых, 45 уровень. Ну, 45 уровень это еще ладно, полбеды. Мне вот что интересно.
Так. Ну там наверняка там тоже большая зона, я думаю, не мелкая, да? Да, оставим ее все-таки на следующий раз. Забежим в ковчег. Ой, в магазину Риди, у тебя что-нибудь новенькое есть? Нет? Welcome. If you want zone beer, ну ничего особо, разве что 15% вероятность критического урона. Так. Я думаю, может быть, это для Дакса приобрести. Или аптечку лучше накупить. 53. Немножечко не хватает до 60. А что здесь у меня? А, 10% вероятности критический урон. А там 15, да, насколько я помню. Да ну нафиг, на него тратится до хрена. Где-нибудь найду или еще что-нибудь. Это не такая проблема. Тем более особо мне эти 5% сейчас не уперлись. Лучше возьму аптечек. И то больше толку будет. Later, Gator. Спасибо. В общем, на этом на сегодня все. Будем продолжать в следующий раз. Топтать зону, валить монстров. Все исследовать, находить лом. Короче, заниматься уже привычными для нас делами. Ну, всем, кто смотрел, всем спасибо. Всем пока.